Для повышения профессиональных навыков специалиста рынка недвижимости администрации города совместно с Оренбургской гильдией риэлторов был организован семинар, тема которого – роль риэлторского маркетинга. Для участия в нем приглашались работники сферы недвижимости со всей области, независимо, входят ли они в гильдию или нет. Каждый раз все семинары и тренинги, которые проводятся по этой теме, они собираются больше и больше количества людей. Это очень хорошо, на наш взгляд. Потому что это говорит о желании вот, представителей этого бизнеса вести этот бизнес цивилизованно, в законных рамках, открыто, и мы это только приветствуем. Спикер мероприятия – известный бизнес-тренер из Москвы Родион Савдагаров. Привез оренбургским риэлторам все лучшее и самое передовое, что применяется сегодня в сфере недвижимости в масштабах нашей страны. Страна-то огромная. И, в общем, профессиональное общение между риэлторами, оно, ну, в определенном смысле затруднено. И здесь крайне важно вести работу по распространению интересных наработок с одних рынков на другие. Вот за те несколько дней, что я здесь, я смог убедиться, что и оренбургские риэлторы нашли много нового интересного. Так что, можно сказать, в своем дальнейшем путешествии мне будет что и отсюда повезти в другие города. Оренбургская гильдия риэлторов – это некоммерческое партнерство, куда входит 17 компаний, работающих по стандартам Российской гильдии риэлторов, профессиональная деятельность которых застрахована. Риэлтором может называться только та компания, которая входит в состав Российской гильдии риэлторов и Оренбургской гильдии риэлторов. Риэлтором не может называться просто частный маклер или просто посредник, который знает, где продается квартира и кому-то ее предлагает. Профессию риэлтора можно отнести к одной из наиболее в нашей стране молодых. Но сам рынок недвижимости диктует условия развития, все более легализуя и расширяя эту сферу услуг. Раньше как было? Человек приходит в юстицию, продавец, и узнает, что его квартиру продана на 200-300 тысяч дороже, а еще может и на 500, да? И вот это одна из приоритетных задач наших, чтобы рынок был прозрачный, чистый, и чтобы люди радовались, получая наши услуги, и чтобы поняли, насколько важна наша профессия, насколько мы нужны людям. Потому что сейчас очень сложно делать сделки с ипотекой, с материнским капиталом. Мы все эти услуги оказываем, и я призываю людей обращаться именно к членам Оренбургской гильдии риэлторов. Ольга Курганская, Игорь Бероев. Новости дня.